Участники совещания пожаловались на слишком высокие цены на электроэнергию, не очень справедливую систему размещения заказов и необходимость соблюдения обязательств перед Всемирной торговой организацией. Учитывая, что у нас руки существенно связаны в части таможенных пошлин, нужно максимально активно использовать процедуру антидемпинговых расследований или защитных мер. Процедура известна. Чем они связаны, это я не понимаю. Связаны в части пошлин вот, в связи с вступлением в ВТО, но это не означает, что другие... Послушайте, я 100 раз уже всем сказал, да? Мы всем в ходе процесса переговорного всем заявили, введем тогда, когда полноценно присоединимся. А до этого у нас свободные руки, они развязаны у нас. Ну, 1000 раз же сказали уже об этом. Нет, вы опять нас сворачиваете к этому. Мы должны исполнять обязательства, нести определенные издержки, и не получать никаких преимуществ от членства, которого нет. Как только мы начинаем исполнять обязательства в рамках ВТО, не будучи членами ВТО, у них пропадает, у наших партнеров, пропадает всякое желание нас принимать. Нахрена им нас принимать, если мы и так все исполняем? Я же говорил об этом, это прямое указание. Не надо этого делать, прошу вас. И партнерам это нужно сказать. Не будем ничего исполнять, пока не станем полноправными членами.